Бывший начальник управления дорожной сети Красноярска отправился в СИЗО. Никиту Дрисвянкина задержали по делу о незаконном сожжении мусора на севере края. Дрисвянкин, занимавший пост замдиректора стройбытсервиса, должен был разобрать свалку, перевести ее в Красноярск и утилизировать по правилам. Вместо этого мусор просто сожгли в Снежногорске, так считают следователи. По оценке прокуратуры, ущерб бюджету составил 46 миллионов рублей. Два других фигуранта этого дела – генеральный директор компании Виталий Шмелев и замдиректора управления экологии Норильска Станислав Аминов – пока под домашним арестом.